Всем привет! Сегодня будем готовить вкусное и красивое блюдо из куриных ножек. Сочная курочка в сочетании с нежным картофельным пюре и хрустящим тестом приятно порадует вас и ваших гостей. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Картофель разрезаем на несколько частей. Заливаем кипятком. Добавляем соль, лавровый лист и отправляем на плиту вариться до полной готовности. Пока картошка варится, займемся ножками. Солим их. Перчим. Хорошо натираем с обеих сторон. Вот так вот со всех сторон равномерно. И обжариваем на подсолнечном масле до румяной корочки. Со всех сторон прожариваем равномерно. Ножки наши обжарились, снимаем их с огня и даем немного остыть. Пока ножки будут остывать, превращаем картофель в пюре. Разминаем удобным для вас способом с добавлением сливочного масла. Теперь займемся тестом. Как раз оно уже размерзлось. Немножко припыляем рабочую поверхность мукой. Выкладываем тесто. Сверху тоже можно чуть-чуть мукой притрусить. Разрезаем лист на одинаковые квадраты. У меня получается 3 штучки, что такое кусочек. И теперь каждый квадрат слегка раскатаем. Шестой кусочек теста раскатываем и делим на 5 небольших кусочков. Эти кусочки выкладываем на каждый лист по центру, как бы уплотняя то место, где будет начинка. Дальше на центр каждого квадрата выкладываем по пару ложек картофельного пюре. Сверху вставляем ножку. Аккуратненько подравниваем картошечку. И поднимаем края теста, формируя мешочек. Чтобы мешочек держал форму, ниточкой фиксируем слегка, но сильно не затягиваем, чтобы не перетянуть тесто. Выступающую часть косточки прикрываем фольгой. Получившиеся мешочки устанавливаем на противень, застеленный бумагой для выпечки, и смазываем взбитым желтком.
После чего отправляем наши мешочки в разогретую до 200 градусов духовку примерно на полчаса. Прошло 35 минут, наши мешочки зарумянились. Самое время подавать их к столу. Вот и все. Куриные ножки с картошкой в мешочках готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.